Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Ольга. Я представляю проект «Культурное зерно. Изучай свой город и получай за него подарки». Проблема очень простая. Вот на этой схеме, вы видите самые длинные палки. Это те москвичи, которые не ходят на, никогда не были на культурных мероприятиях. Я думаю, вы понимаете, что таких исследований масса, и в Самаре ситуация обстоит еще более худшим образом, чем и в нашей столице. Поэтому проблема привлечения людей именно культурным мероприятиям, она, конечно, сегодня актуальна для города, как для самих учреждений культуры, так и для горожан. Мы пытаемся решать эту проблему в двух направлениях. С одной стороны, мы поддерживаем тех людей, которые активно ходят на эти мероприятия, потому что именно они являются той локомотивной группой, той соблазняющей группой, которая пропагандирует всевозможный культурный досуг. А с другой стороны, это аудитория женская, которая любит ходить по магазинам. Почему именно женщины? Потому что, как правило, они ведут за собой именно мужчину. Это тоже согласно исследованиям, это правда. Кроме того, женщины, как правило, ходят на культурные мероприятия вместе со своими детьми. Мы таким образом пытаемся приглашать женщин, тех, которые ходят по магазинам, при помощи всевозможных флаеров, дающих им возможность одноразово посетить бесплатно культурные мероприятия. И затем уже собирать бонусы за посещение других культурных мероприятий. Если можно сейчас, вот ссылочка на сайт, попробуйте открыть сайт и посмотреть, каким же образом можно... собирать бонусы на сайтах. Я бы сейчас хотела как раз показать. Не щелкаю. Ну, за это время я за время работы на хакатоне мы создали прототип логотипа за 30 секунд. Мы создали прототип рабочего сайта и нашли одного уже партнера, который готов будет делиться бонусами. Культурное зерно, изучая свой город и получая подарки. Эту модель я бы хотела опробовать уже в апреле на фестивале молодых экскурсоводов. Можно кликнуть ссылку на фестиваль экскурсий. Здесь участникам мы предлагаем посмотреть на карту и где расположены те экскурсии, за которые они уже будут получать реальные бонусы. В рамках нашего фестиваля у нас готовится очень интересная сувенирная продукция в виде сумок, дизайнерских бандан, кошелечков и всего такого. И за несколько экскурсий они смогут получить вот эти вот призы. На вот этих точечках, которые отмечены на карте, люди могут видеть время экскурсии и... соответственно, место, где они встречаются. Ниже мы им предложили варианты, каким образом именно можно провести свой культурный досуг. Ну и так как я сказала, что мы уже нашли первого партнера, который готов нам давать призы, я готова подарить огромный календарь от нашей областной библиотеки, который посвящен Самаре, нашим гостям из Москвы. Вот, любите наш город. Спасибо. И приезжайте в Самару. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое.